Здравствуйте, Юрий. Это видео про ваш одуванчик. Сейчас я его проверю в моей камере. Я запрограммировал фокусное расстояние 85 мм, диафрагму 1,4. Задержка входа в режим программирования 1 секунда. Ловушка фокуса включена. Итак, одуванчик, полочка для наклейки на Самьянг, калибр и небольшой кусочек двухстороннего скотча для первоначальной наклейки одуванчика. Итак, сначала вы наклеиваете полочку, ее можно наклеить сразу на клей по калибру, но предварительно обязательно уберите хром покрытие с байонета вместе наклейки одуванчика. Затем на полочку наклеиваете маленький кусочек двухстороннего скотча и приклеиваете одуванчик на скотч и проверяете в камере. Только после того, как вы убедитесь, что камера показывает диафрагму 1,4, вы отметьте границы одуванчика на этой полочке, точные границы, чтобы потом не ошибиться. И затем только сажайте одуванчик на клей. Клей в комплекте. Зубочистка для нанесения клея внутри. Обязательно обезжиривайте все поверхности перед наклейкой. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика непосредственно на байонет. Даже небольшое количество клея или даже пары клея могут закупорить контакты одуванчика, и он не будет работать. Сейчас я это все упакую и отнесу на укрпочту. Спасибо за покупку и спасибо за внимание.